В Старожиловском районе Рязанской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 25-летний мужчина. Авария произошла во вторник в 4 утра. 25-летний местный житель, проезжая на автомобиле «Опель» по мосту через реку Тысья, не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло. После того, как автомобиль развернул, он сбил ограждение и совершил опрокидывание на крышу в реку. Водитель погиб на месте происшествия. Точная причина ДТП пока выясняется, но факт остается фактом. На автомобиле была установлена летняя резина. Сейчас это основная причина большинства аварий в нашем регионе. Ежедневно в одной только Рязани происходят десятки происшествий, в которых получают травмы и погибают люди. В некоторых случаях жертвами становятся пешеходы. Выводы, господа водители, делать вам.